В Москве ищут участников массовой драки на шоссе энтузиастов. Полицейским о нем сообщили прохожие. Побоище попало и в объектив автомобильного видеорегистратора. Вот эти кадры. Более десятка молодых людей, некоторые из них в масках, жестоко избивают двух человек, которых они загнали в тоннель. Бьют ногами даже лежачих. Когда приехали полицейские, на месте драки были только обе жертвы. Сейчас их, а также свидетелей, допрашивают.